Здравствуйте, меня зовут Денис, я являюсь тренером в профессиональном клубе бокса и единоборств «Джеб». И вкратце расскажу об двух основных принципах работы с дыхательными упражнениями. В изучении специальных дыхательных упражнениях есть два основных принципа работы – внешняя и внутренняя. Внешняя работа предназначена для развития и укрепления мышц, сухожилий, костей и проявления силы. Внутренняя работа предназначена для развития и укрепления внутренних органов и оздоровления, развития и укрепления внутреннего потенциала, избавления от недугов, обусловленных нарушением питания, эмоциями, чрезмерной сексуальной жизнью, наследственными повреждениями. Приглашаю наш клуб на оздоровительные тренировки. Всем спасибо за внимание. До свидания.